Этот фильм посвящен православному богослужению. Как молились первые христиане? Что такое всенощная и как долго она продолжается? Почему за богослужением используется не русский, а церковнославянский язык? Кто такие священники и зачем они нужны? Как происходит рукоположение в священный сан? И может ли священник брать деньги за крещение, отпевание или венчание? Апостол Петр называет всех христиан царственным священством, подчеркивая, что и в богослужении, и вообще в церковной жизни все члены церкви участвуют на равных. Каждый играет свою значимую роль в созидании тела Христова. Однако из числа верующих избираются лица, которым особым образом вверяется право возглавлять совершение богослужения, отпускать грехи, крестить, венчать и отпевать. Это люди, получившие благодать Святого Духа через рукоположение. Со времен Ветхого Завета возложение рук стало жестом, через который благословение Божие передается от одного человека к другому, от отца к сыну, от учителя к ученику. Через возложение рук происходило и посвящение иудейских священнослужителей. Иисус Христос пользовался этим жестом, когда благословлял детей и исцелял больных. Также и апостолы передавали дар Духа Святого своим преемникам, епископам, а те – следующим поколениям священников. Рукоположение стало тем каналом, через который власть вязать и решить, данная Господом апостолам, передается от одного епископа другому, из века в век, от начала христианской эры до наших дней. Именно непрерывное апостольское преемство отличает истинную церковь от псевдоцерковных сообществ. В первом веке было две степени священства – епископ и диакон. Однако уже ко второму сложилась та трехстепенная иерархия, которая существует по сей день. Низшее звено в ней – диакон, помощник священника, который сам не может совершать таинства, но участвует в их совершении. Затем священник, или по-гречески иерей, то есть жрец. Он совершает все таинства, кроме рукоположения. Высшая степень – епископ, архиерей. Только он получает благодать посвящать других в священнослужители. Рукоположение в священники и в диаконы совершается во время литургии, на глазах у молящихся при открытых царских вратах. Посвящаемый в сан встает на колени. Епископ возлагает на него руки и произносит молитвы посвящения. И всего священного собора. В момент возложения одежд, креста и вручения иерею служебника звучит троекратное «аксиос», в переводе с греческого «достоин». По слову апостола Павла, священнослужитель должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, не пьяница, не убийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив. Если прихожане согласны с тем, что рукополагаемый отвечает этим высоким требованиям, то подтверждают аксиос. Диаконское облачение – это стихарь, напоминающий хитон Христа, поверх которого надевается арарь – длинная лента, символ ангельских крыльев. Поднимая ее, диакон призывает всех верующих к молитве. Не случайно даже на иконах ангелов часто изображают в диаконских одеждах. Священническая епитрахиль символизирует благодать священства и ярмо Христова. Без нее не совершается ни одна служба. Пояс – знак готовности к служению Богу и людям. Филонь – символ славы Божьей, покрывающий все человеческие недостатки и немощи. Thank you.
На архиерея, кроме епитрахили, пояса и поручей, надевают сакос, ризу с рукавами, напоминающие об огленице Христа, и амафор, широкую ленту, символ заблудшей овцы, которую Спаситель взял на свои плечи. По церковному этикету даже вне храма к человеку в священном сане не принято обращаться по имени-отчеству. Епископа называют владыкой, священника или просто батюшкой, или, как и диакона, полным именем с добавлением обращения «отец». Вместо обычного приветствия по традиции священника и епископа встречают просьбой «благословите», складывая руки ладонями вверх. Получив благословение, христианин целует руку иерея, как невидимую руку самого Христа. Православное богослужение всегда отличалось особой торжественностью и красотой. В повести временных лет рассказывается о том, как послы князя Владимира пришли в Константинополь и участвовали в богослужении в соборе Святой Софии. Когда они вернулись к князю, они сказали ему: «Мы не знаем, на небе ли мы были или на земле. Знаем только, что такой красоты на земле не бывает. И знаем, что Бог там пребывает с людьми». Трудно представить себе, как сложилась бы судьба Руси, если бы византийское богослужение, так поразившее послов князя Владимира, не было столь торжественным и величественным. Каждое богослужение с первого же возгласа погружает прихожан в стихию молитвы. Византийские богослужебные тексты глубочайшего мистического содержания чередуются с молитвенными воздыханиями псалмов. Одни за другими следуют ептиньи, стихиры, гимны. Вся служба проходит на одном дыхании, как единая, непрерывно развертывающаяся мистерия. Даже элементы хореографии, торжественные входы и выходы, поклоны, кождения – призваны не отвлечь внимание верующих, а наоборот, настроить их на молитвенный лад. В православном храме все служит прославлению Бога. И расписанные библейскими сюжетами стены, и своды, и украшенные окладами иконы, и стройное пение церковного хора, и торжественные, расшитые золотом одеяния священнослужителей. Цветовая гамма облачений духовенства имеет символический смысл. По традиции русской церкви каждый цвет используется в определенные дни церковного года. В белых облачениях, символизирующих нетварный божественный свет, служат в Рождество Христово и в другие праздники, связанные с жизнью Спасителя. В них же совершают крещение и погребение. В облачении цвета крови, красном, проходят пасхальные богослужения и службы в честь мучеников. Золотой цвет славы и величия – цвет воскресных дней и праздников в честь пророков, апостолов и святителей. Голубой цвет небесной чистоты употребляется в празднике Пресвятой Богородицы. Облачение зеленого цвета надевают в дни памяти преподобных, на праздник Святой Троицы и День Святого Духа. Фиолетовый цвет принят в дни памяти Креста Господня. Черный цвет наиболее близок по духу дням Великого Поста. Это символ отречения от мирской суеты, цвет плача и покаяния. В Иерусалимском храме времен Иисуса Христа богослужения совершались трижды в день. Перед восходом солнца, около полудня и перед закатом.
Обычай молиться в установленные часы сохранился и у апостолов. Позже он оформился в краткие богослужения 3, 6 и 9 часов. Постепенно церковные службы объединились в утренние и вечерние. Устав богослужений разработали монахи. Но следовать монастырским требованиям мирянам было трудно. Поэтому длинные монашеские службы со временем упрощались и сокращались. Кроме главного богослужения церкви, божественной литургии, в православных храмах совершаются еще вечерня, утрення, часы, в монастырях также полуночница и повечерие. По традиции, унаследованной от Ветхого Завета, литургический день в христианской церкви начинается с вечера. В древности всенощное бдение продолжалось буквально всю ночь, от заката до рассвета. Сегодня эта служба начинается, как правило, в 5 или в 6 часов вечера, накануне воскресных и праздничных дней, и продолжается часа 2-3. Колокольня Ивана Великого на протяжении 3 веков была самым высоким сооружением Москвы, дозорной башней, откуда окрестности было видно на 30 километров вокруг. Но главное предназначение этой, как и любой другой колокольни, заключается в том, чтобы напоминать людям о горнем мире, чтобы всякий человек, который услышит голос колокола, вспоминал о Боге. Как Иоанн Предтеча предшествовал Христу, так и колокольня сопутствует православному храму. И языком колокола церковь вторит гласу вопиющего в пустыне: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Колокольный звон созывает прихожан как на утреннюю, так и на вечернюю службу. В 4 веке били в било, а в 7 уже появились колокола. К нам с запада сначала пришли колокола с неподвижным языком, из которых звук извлекается раскачиванием самого колокола. Но вскоре их вытеснили те, где он издается раскачиванием языка. Колокольный звон бывает разных жанров. Благовест, равномерные удары в один колокол, звучит перед началом богослужения. Перезвоном называют поочередные удары в разные колокола, а трезвоном – торжественный праздничный звон в несколько колоколов сразу. Колокол возвещает и о самых важных моментах богослужений, призывая к молитве всех вокруг. Первая часть всенощного бдения – вечерняя. Символически отображает события ветхозаветной истории: сотворение мира, изгнание из рая и приход Христа Спасителя в мир. Начинается служба с того, что диакон с кадилом наполняет благоуханием алтарь, а затем и весь храм. Воскурение благовонных веществ было одной из ветхозаветных бескровных жертв. Священник ежедневно утром и вечером воскурял фимиам в святилище. Поднимающийся наверх дым символизировал восхождение молитв к Богу. Также и кождение в христианском храме означает молитвенное стремление, воспламененное огнем любви. В русских храмах, как и в украинских и белорусских, все службы проходят на церковнославянском языке. Этот особый возвышенный язык в IX веке создали святые Кирилл и Мефодий специально для богослужения и богообщения. Именно поэтому он и тогда отличался от разговорного языка и сейчас не поддается полноценному переводу на русский. В церковнославянском языке, далекому от всего обыденного и житейского, находят самое полное выражение высшие устремления человеческого духа. Thank you.
Этим песнопением ангелы возвестили людям о рождении на земле Спасителя. Им и начинается утренне, посвященное событиям Нового Завета, воскресению Христа и спасению людей. Поются праздничные тропари и читается псалтырь. В православном богослужении одни тексты читаются, а другие поются. Еще апостол Павел писал христианам Ефеса: «Исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными». Поначалу в пении участвовала вся церковная община, а священник произносил импровизированные молитвы. Но постепенно богослужение приобретало все более сложный и торжественный характер. Тексты стали фиксировать, то есть записывать в книги и воспроизводить по книгам. А в храмах появились профессиональные чтецы и певцы. В византийском богослужении участвовали только мужские хоры. Женщин вообще долго не допускали на клирос, руководствуясь словами апостола Павла: «Жены ваши в церквах да молчат». К VII веку сложилась система церковного пения – осмогласие, которая используется до сих пор. Восемь гласов – это не только восемь наборов мелодий, которые служат трафаретом для распевания богослужебных текстов, но и восемь вариантов самих текстов. Еще на заре христианской истории Руси у нас появилась и своя особая система распевов. От слова «знамя», которое означало «знаки» или «крюки», которыми записывались мелодии, получил свое название «знаменный распев». Это самая старинная и устойчивая форма древнерусского церковного пения. С XVIII века знаменное пение в Русской Православной Церкви стало вытесняться пением партесным, то есть многоголосным, разделенным на партии. Это итальянское концертное пение, которое сохраняется в обиходе по сей день. Как древнерусская икона – это богословие в красках, так и древнее пение – богословие в музыке. И если партесное пение, как и академическая живопись на религиозные темы, это в лучшем случае лишь благозвучная музыкальная рама для богослужения, то одноголосное знаменное пение – это и школа молитвы, и школа богословия. Сегодня традиционное русское церковное пение возрождается, что делает участие хора в богослужении менее светским и более молитвенным. Самая торжественная часть утренней – полиелей. Зажигается свет, открываются царские врата, все священнослужители выходят на середину храма. После чтения Евангелия, по обычаю русской церкви, молящиеся по очереди прикладываются к праздничной иконе и подходят к священнику, который крестообразно помазывает им лоб елеем. Освященный елей символизирует милость Бога. О!
Слава тебе, показавшему нам свет! Слава Вышнему Богу на земле, мир человеческое благоволение! Этот возглас в конце утренней на богослужении у ранних христиан произносился на рассвете, в первые мгновения восхода солнца. А сегодня он звучит как благодарение Богу, который просветил людей своим учением, светом истины. Как и всякая служба, всенощное бдение завершается отпустом. Священник благословляет людей на выход из храма. Кроме главных церковных служб, которые совершаются всем миром, существуют требы, службы по частному требованию. Это и таинство, крещение, венчание, соборование и обряды, молебны, панихиды, отпевания, освящение домов. О совершении треб прихожане заранее договариваются со священником. Причем расценок на услуги в церкви быть не должно. Требы совершаются за пожертвование, размер которого зависит только от самого христианина, его материального положения и желания отблагодарить священника. Если сегодня в некоторых храмах еще сохраняются прейскуранты и ценники на духовные услуги, то это атавизм советского периода, который рано или поздно исчезнет, а во многих храмах уже полностью изжит. Как присутствие Божие пронизывает все существование верующего человека, так и Церковь сопровождает христианина на всем его жизненном пути. Молится об успехах в делах и о здравии на молебнах, освящает жилище, венчанием благословляет на счастливый брак, провожает в последний путь отпеванием и рождает в жизнь вечную в таинстве крещения. Бог и человек выходят навстречу друг другу, а местом встречи является храм. Во время Тайной Вечери, как рассказывает нам Иоанн Богослов, Иисус встал, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. А потом, влив воду в умывальницу, начал умывать ноги ученикам. Самое главное в богослужении, а оно выросло из Тайной Вечери, не то, что люди служат Богу, но то, что Бог служит человеку. «Сын человеческий, — говорит Господь, — не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».